объяснишь словами? Я буду зачитать, но... Давайте зачитать себе, но разрешите другому человеку. Я не прошу влиять, но сохраните внутри себя. Либо, ну... Хотя бы... Ну, слушай, вообще невозможно обсуждать серьезные вещи. Ну, слушай, ты прав. Слушай, тут всегда твой, ну, там есть речь. Ну, давай, ну, конечно, обсуждай это все. Слушай, ну, у меня тоже заготовлено все. Водичка, все. От меня отъедет. Я прошу вас, ты не случай, что сейчас... Я буду говорить ровно 2 часа, если кто-то вот здесь со мной, я получаю огромное удовольствие, потому что, ну, действительно приятные, чистые, хорошие, достаточно такие позитивные, как бы, ну, кто-то с гнильцой, кто-то подгнивает внутренне чуть-чуть, ори, которые на нас нападают. Я разбирался с этим уже, ну, в свое время, конечно, решал все, какие-то вопросы, проблемы, потому что, ну, любого книгачей спроси, там, книгоноша, там, или книга «Ёбарь» какой-то, но все книжное, этапное, мелкое, достаточно доступное, она как бы формирует уже нас, блядь, как бы подсвитерная книга, но, блядь, на нас не выбьешь так, блядь, просто, понимаешь? Мы, ребята, крепкие, понимаешь? Мы сибиряки, мы хорошо переносим морозы, мы можем не ссать по 6, 8, 9, 11 суток. Крепость заключается в другом. Она должна ассимилировать свою энергию и ассимулировать ее. Ибо осознать ее сумму, ну, как бы через... Ну, через просто вот несъеденное слово. Всегда умеете совмещать «оно» и «уно». Вот, как бы, ну, вообще меня тогда, они выгнали уже из спокойных мест, хороших, достаточно благородных мест. Выгнали из благородных девиц, меня выгнали из хороших семейств, уже тогда я поселился, раздувая полностью свои паруса, и скачки уже выпрыгиваем. Достаточно формальный, занудливый, но честолюбивый персонаж, никому не нужный, но как захватывающий с собой территорию, выявляющий и выясняющий данности какие-то. Ну, в общем, рыцарь без страха и упрека. Многие годы меня вело это, и, в общем, я с утра до вечера, ну, давал пизды всем там. Меня тоже пиздили постоянно все. Мне же слово вот, скажи, и я весь и зайду на гниль. Изначально уже все это началось еще с тех времен, когда я только стал заниматься подобными опытами над собой, но, в общем, над другими людьми, как бы занимался с ними невозможными такими последовательными тренингами. Как бы мы ставили сверхзадачи, там, ну, много было очень дешевого воебона такого. Ну, профессорского воебона, профессору пиздили, блядь, ломали копья, кости и копчики. И через, ну, буквально 15-16 дней грянула катастрофа. Вот, тогда всем, значит, уже нашим сказали, все отрезали, перевезли уже всех, значит, уже нас туда в центр. В центре дали всем квартиры шикарнейшие, вот, сауны, блядь, заебанные, блядь, все мрамор, гранит. В общем, очень красивые такие бассейны, ну, компактного рода бассейн, потому что, ну, такой легкий квартирный бассейн, там хамам, там разная ебатня. И все стены уже там делали по марокканской технологии, из яичной скорлупы, прокрашивали пигменты, очень шикарные, пошли тогда, в общем. Ну и как бы всю нашу многочисленную армию как-то вот так распределили, нас как бы искателей духа загнали вот в такое абсолютно как бы контрпространство, как бы антидуха-духа. Вот. Ну и я потом уже там все перерабатывалось, у нас все всегда на связи там. Был хороший парень очень, на связи был, он там пиздил во всех подъездах лампочки, в наш привозил, там ворачивал, потом его ебали, там, ссали на него, блядь, он, значит, обижался, ну, на неделю, на 3 максимум, обижал в Тарусу, потом возвращался, кичился красной жопой, ну, мы его ебали в красную, он опять по лампочкам тогда шастал. Ну, в общем, жили, как говорится, такой большой коммунальной семьей, достаточно радостной, как бы серьезной, человеческой.
Потом уже там постепенно все это завелось, уже какой-то специальной аппаратурой, техникой, все завелось, городское электричество уже поперло по жилам, венам, как бы индустрии, вот, и город постепенно засиял, он стал учиться бороться с морозами, с неуютом, с расслабленным сознанием. Город умножился, город взлетел, надулся, как огромная гематома, и засверел тысячу кристаллов, потому что это было между музыкой пана и просто огромным шаром, населенным добротой. Следовательно, когда я уже закончил работать, вот тогда мы распределили сено, старье уже сволокли все куда надо, вот, и там вонючек все разлилось уже по нашим жилам, последний прием похождения уже тогда, вот. Мы уже тогда немножко финансово как покрепче стали работать уже с деньгами, реально, как бы, ну, при деньжатах, в общем, нормально, пацаны хорошие, все. Я без чинов не ухожу, я как бы подваливаю там ларечек, там хуечек, блядь, и мячирик, я спокойный, понимаешь, я нормально, блядь. Если тело за ебёна, блядь, я говорю, будто на борт, блядь, на борт у нас есть, блядь, так же не ссы, блядь, малина, блядь, потому что она уже высосана клубникой. Ну, а переебались там, блядь, совсем, блядь, это хуйня, блядь, все эти комьюнити съебанные, блядь, центровые, блядь, там все, блядь, маргиналочка. Я ходил спокойно, блядь, финансово все было у меня поддержано, как говорится, вот, ну, моим положением финансовым, вот. То есть, ну, как бы, если вот сказать так, финансы, ну, как бы, вот у меня были нормально все поддержаны, как говорится, всегда, блядь, ну, я на лопате, блядь, всегда капуста, вот, всегда были у меня, блядь, микроволновые карты, блядь, это волшебство, все, блядь, штыри специальные, волшебные, блядь, стеклянная жопа вот это была, ну, все вот это, что нам современное общество дает, там, это, дикюль из черной жижи, ну, как бы нормально я перемещался в пространстве, да, финансовые фонды себя создавал, человеком, вот, зависимым, как говорится, блядь, я вижу, вот, автобус, улезает, ползет такой горбатенький, какой-то маленький, там занюханный, вот это наше все вот это занюханное, все сидит там. Я останавливаю автобус, билет, я говорю, без хуев, блядь. Я тут копейки, блядь, поставил. Я, блядь, я говорю, мне не надо отсосать ничего, блядь, я хочу поехать в автобус. В этом супермаркете, когда я подскользнулся, блядь, сотрясение мозга, все. Но это уже через годы прошло. Ну вот, и нормально я чувствовал себя, я приходил, блядь, спокойно, ну, какие-то места, как бы, блядь, ну, не знаю, танцы, где там музыка, вся вот эта пиздотня сидит, блядь, со скрипочками. Я заезжал, блядь, спокойно, блядь. Мне говорю, я не идиот, блядь, но мне первый ряд доебал его в рот, блядь. Сопли, блядь, вонючие, блядь, из трусов в эту балерину, и говно выливается. У саксофониста, блядь, вообще. Зуб выскочил однажды, блядь, у Козлова прям вот улетел такой траектории красиво божественной, как бы такой знак бесконечности. Вот, и поймал зуб, значит, сожрал его, потом хрустел уже долго, все свои зубы, собственно, об этот зуб и сломал, значит, он там коронка, хуйня, вот эта саксофонистская, вот эта мразь, они же, блядь, подлый народ, блядь, они настолько злые, вот внутренние, они просто, ну, здесь начинают свои козни вершить, понимаешь, когда здесь просто я сел, блядь, вот мои газеты, блядь, журналы, все было положено уже на вашу, блядь, перед ногами брошено, блядь, цветами закрашено, блядь, газетными какими-то формами, блядь. Я в электричке, блядь, спокойно разъезжал, я как человек, я заходил на вокзал, я оплатил, блядь, все, я оплачивал все, понимаете, все. Я заходил, блядь, на рынок, блядь, там я брал, блядь, все брал там у них, блядь, кило, блядь, два, блядь, и дальше. Вот эти, блядь, бригадирши, все вот трамвайные укладчики, все это вон, они с ключами, блядь, и стали меня в этом вагоне пиздить, значит, бошку мне оторвали, размозжили, блядь, ее. Я говорю, ребята, что делаете? Я финансово независим, блядь. Я, блядь, здесь разберусь с вами, блядь, гладьба ебаная. Вот, а они меня все равно отпиздили. Мерси.